Усиление репрессий против крымских мусульман, формирование крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана и необходимость объединения коренного народа Крыма, представители которого по разным причинам веками не живут на своей исторической родине. Эти темы поднял вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Линур Ислямов во время визита в Турцию. Подробнее имени Халил. В Турцию Линур Ислямов прибыл по приглашению крымско-татарских сообществ Стамбула и Яловы. Встретить вице-президента Всемирного конгресса крымских татар прибыл мэр турецкого города Ялова Вефа Салман. После официальных встреч Ислямов принял участие в конференции, где рассказал о последних событиях в Крыму, о нынешнем отношении Украины к полуострову, о крымско-татарском батальоне имени Намана Челебиджихана, а также о том, что крымские татары нуждаются в поддержке Турции. Я полагаю, что смог объяснить нашему народу в Турции, крымско-татарским сообществам и главам этих сообществ, для чего нам нужен батальон. Батальон нужен не для того, чтобы завтра с оружием идти в Крым. Батальон нужен для того, чтобы собрать наших ребят на границе. В украинской армии, но в нашем батальоне. Мы этого хотим. Я рассказал, что сначала мы узаконим батальон в Украине, а затем будем ждать поддержки со стороны Турции. Я очень рад, что получил информацию о батальоне от первого лица. Как крымский татарин, я очень обрадовался и почувствовал гордость за нашего главу. Мы ждем развития этого процесса и гарантируем полную поддержку, которую от нас ожидают. Крымско-татарская диаспора Турции выразила поддержку в создании крымско-татарского батальона и пообещала поддерживать его. Мы, как крымские татары, поддерживаем батальон, который формирует Линур Ислямов. Мы будем поддерживать Линурбея как материально, так и морально. В скором времени Россия покинет Крым. Крым крымско-татарский. Это наша земля, пусть они уходят оттуда, пусть знают, что в скором времени мы придем туда. Мы снова заберем нашу землю обратно, придя с нашим флагом, с нашим народом, с нашим оружием. Мы готовы и кровь пролить свою. Если завтра вдруг начнется в Крыму война, я никого не буду слушать. Не задумываясь ни о чем, я рвану в Крым. В завершении своего спича Линур Ислямов призвал крымских татар Турции объединиться. В первую очередь мы ждем, чтобы наш народ объединился, поэтому я против того, чтобы среди нас были сообщества, которые ведут разлад среди народа, принимая чью-то сторону. Для нас все сообщества диаспоры равны. Поэтому мы хотим единства. Насколько сильнее объединятся наши сообщества в Турции, настолько укрепится наша сила в Крыму, на границе и в Киеве. Весь мир смотрит на нас. Наша родина оккупирована. В ближайшее время Линур Ислямов планирует вновь посетить Турцию для встречи с соотечественниками из других городов республики. Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул.